В Кохтла-Ярве завершился конкурс госпоставки второго этапа реконструкции Ахтминской части города. Напомним, что первая часть проекта уже реализуется. Там началось строительство пешеходно-велосипедных дорожек общей длиной 6,5 километров. Комментарий мэра города Кохтла-Ярве Людмилы Янченко. Второй этап предусматривает реконструкцию центральной площади. Она превратится в красивую площадь с амфитеатром, с фонтаном, с местом для установки елки и возможностью проведения городских мероприятий. И в этом же проекте предусмотрена реконструкция улицы Бульвар Томя, которая превратится в двухстороннюю и тем самым улучшится схема движения по Ахтминской части города. Не будут ездить машины между домами, мимо Малевской школы, где, в общем-то, движение опасно, потому что там очень много ходит детей в школу и учеников, которых родители из машины выпускают, и они должны переходить эту дорожку. Стоимость этого проекта 2,5 миллиона. Изначально, когда был проведен первый конкурс только на площадь, это было 2,7 миллиона. А сейчас вместе с улицей Бульвар Томя, это 2,5 миллиона, мы довольны результатом этого конкурса, выиграла фирма Теару Групп. И мы надеемся, что не будет опротестований. Городское управление уже приняло решение о признании победителя. И если не будет протестов со стороны других участников, то 1 октября будет подписан договор, и можно будет начинать реконструкцию. Работы планируется завершить летом следующего года. Следите за последними новостями на городском сайте.